Доброе утро. Ну что, последний понедельник в этом году. Настроение хорошее. Я отлично выспалась, я вам скажу, несмотря на то, что у нас соседи опять скандалили. Но что-то как-то пока не скандалили, я встала, убрала кошакам сральник. Они скандалить закончили. Я дела закончила, легла спать. Ну, как-то вот так и получилось. Солнышко, снежок. Ну, такая очень приятная погода. Не скажу, что прям холодно. Ну, не знаю, мне кажется, градусы 3-4. Потому что снежок такой слегка подтаивший. Ну, тем не менее, все равно мечта многих людей, чтобы на Новый был, год был снег. Я надеюсь, что в этом году она осуществится. Я снег не люблю, но на Новый год, как говорится, хай буде. Я готовлю гренки. Надо, кстати, их снимать с сыром, с печеночным паштетом. Чаек. А, кстати, хотела показать вам чаек. Купила чаек. А это оказался не совсем чаек. Не вкусненько, но не совсем чаек. Снежок, да? Ой, люди с коньками. Каток где-то есть. Ну, не знаю. Короче. Вот такой вот чай. Сибирские травы с облепихой. Нигде здесь не было написано, что это чай. Но Лизонька решила, что это чай. А это действительно травы. Вот как раз то, что написано на лицевой стороне. Облепиха, мята, яблоко, лепестки подсолнух. Но я-то ждала чай, а он заваривается каким-то белым цветом. Я думаю, блин, ну что-то какое-то, что белый чай. Открываю, а тут ни слова про то, что это чай. Захожу в состав. И состав: облепиха, яблоко, мята, лепестки подсолнечных. Да, блин, тут до меня доходит, что да, тут же написано «Травы России», что это напиток травяной. Так, опять скандал у соседей. Ну, в общем, пью. Пью травы, в принципе, мне нравится. В общем, пью травы, готовлю завтрак. А за окном... Снэк, снэк, снэк. Сколько же градусов-то, а? Слушайте. Да, как я и сказала. Так, все, выключаю, там у соседей опять начинается скандал. Мне нравится мой веночек. Женщина тащится. Так, ладно. Что, я забросила овощи для оливьешечки. Уже порезанная картошечка. И морковушка. Буквально 2-1,5 минутки, и оно все сварится. И будет красивенько смотреться, а не как кашка. Что ты тут, котеночек мой, сидишь? На улицу смотришь, да, свежим воздухом дышишь. Видите, как легко включить мурлыкающего кота. Нужно просто погладить, и все. Кот мурлыкает. Кстати, кто подписан у меня в Инстаграме, наверняка видели, что по ночам кое-кто добирается и пишет у меня посты. Ну, у нас же волшебные с вами дни, поэтому верим в это. Будешь поздравлять своих подписчиков? Сегодня напишешь? Ну, ладно. Тогда я лягу спать пораньше. Ну что, сводки с московских полей. 4 часа, пробки, 8 баллов. Ты-ды-ды-ды-дым. Центр стоит весь. МКАД частично. Мое направление с этой стороны вообще лучше не ехать. В принципе, никогда. Ну что, скоро Новый год. Та-да-да-да-дам. Аварии, дорожные работы. И краснота. Да уж. На дороге сейчас лучше не выезжать. Ну что, я наконец-то постирала шторы. Они уже, в принципе, практически высохли.
так сказать, готовлюсь к Новому году. Завтра еще мне нужно будет пропылесосить, быстренько протереть полы. Так, кошечка. Лайк за кошечку. Кто там свалился? Ну что, лежанку свалили? Все равно, ну что ты делаешь? Спрятался, да? Надо ее почистить. Взять этот ролик, почистить роликом. Елочка моя. Пролесная. В общем, завтра у меня еще по плану генеральная уборка. Девочки, еще хотела показать крем для рук. Я купила его в... Сейчас сфокусируюсь. В Светофоре. Он стоил какие-то копейки. Но он так пахнет. Я не знаю, что это. Это явно запах не авокадо. Может быть, это масло ши. Но я просто влюбилась в этот запах. Конечно, камера запах не передаст. Но если увидите такой крем, берите. Берите и нюхайте. Нет, правда, пахнет шикарно. Но прям так и называется, крем для рук. Да? Да. Ну, вообще, я просто влюбилась в этот запах. Котики. Лайк за котиков, да, как говорит Монро. Лайк за кошечку. Я говорю, лайк за котика. Какие у тебя когти жуткие. Жутчайшие. Ай! Надо подстричь. Кому надо когти подстричь, а? Хищник. Хищник. Да, вот так вот. Угу. Угроза в действии. Все, все, ладно, не трогаю. Мир, мир, мир вашему дому. Я просто погладила. А это, наверное, будет последний влог в этом году. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что заходили и ушли. Спасибо, что зашли и остались. В общем, за все спасибо. Всем спасибо. Все свободны. Все, на этом влог закрою. Отличного всем настроения. Пусть год, каким бы он ни был, останется... Нет, так, наверное, нельзя сказать... Хорошее можно найти во всем, даже в плохом. Но пусть этот год просто останется в истории. Таким, какой он был. А мы с вами идем дальше.